Вот я сейчас по мульдям шлялся, да, тебя сам конкуренция большая, типа муль. Все шляются, все собирают все. Я думаю, да нафиг мне эти конкуренция сраная, вот это. Я плюну на эти помульдина и не буду шляться. Возьму, куплю хорошую лопату, отличную лопату. Ну, лопату тоже надо поискать, хорошую купить. И буду на своем участке картошку сырать. Потому что я как-то встретил бабульку, смотрю, ну, женщина с котом. Я говорю, почем картошка? Она мне говорит, вот столько-то. Говорит, а маленькое, говорит, ведро, говорит, 100 рублей. Я говорю, ничего себе. Так я картошки дам. Могу на 20 тысяч посадить и вырастить эту картошку на ёшку. Да. Нафиг мне эти мульти вообще нужны на. Я, короче, все перехожу на картошку, мне мульти я бросаю. И, короче, там участки посажу, там. И буду собирать спокойно. И этой картошкой торговать. Она продала, они будут продавать по... Как говорится, по 100 рублей маленькая ведерочка, я буду продавать по 50 рублей. И мне вполне хватит. Вот так, на. Вот так. По 50. И у меня будут брать еще. Я, короче, посчитал, у меня мешок 1000 выходит. Мешок, вот, 1000. По 50, если продавать. Вот так буду продавать. Вот еще. А я сделал, мой труд. Такую денег. Я, короче, так посмотрел. Короче, вот этот эксперимент я сделаю вот на ту весну и вам потом объявлю, как это все получилось.